Как меня слышно? Вижу десятки, слышно, замечательно, отлично. Я очень рада вас видеть здесь, рада видеть тех людей, которых я уже знаю. Благодарю вас, вижу 10. Благодарю, замечательно. Скептикам и всезнайкам вход запрещен. Разговариваем, собственно, по правде, по чесноку, да, как вот в таком мультике, который я вам сейчас поставила, изумительный ролик, все на самом деле по правде. Хотелось бы узнать, есть ли у нас здесь люди, которые пришли посмотреть, чем вы тут занимаетесь, что у вас за корпорация. Поставьте, пожалуйста, семерочки, те, кто впервые с нами в комнате. Либо те наши новенькие партнеры, которые только подключились и, собственно, следуют рекомендациям своих лидеров, да, что нужно приходить и разбираться. Вадим, здравствуйте. Олег, здравствуйте, мы вас приветствуем. Грязнова, как зовут? Ага, здравствуйте, Надежда. Добрый вечер, может быть, доброй ночи даже у кого-то. Мы сейчас здесь находимся, у нас различные регионы в партнерстве, да, вы можете посмотреть справа на гостей, на флажочки. То есть интернет вообще очень классная штука, где люди вместе объединяются, да, с различных уголков планеты Земля. И объединяемся мы на шикарной платформе, да, на шикарном фундаменте, который называется Constellation Luck Corporation. Вот как раз-таки об этом мы сегодня с вами разговариваем. Разговариваем о серьезной теме, о серьезном бизнесе, о том бизнесе, который, несмотря на всю серьезность, да, он доступен абсолютно каждому человеку. И интернет, в принципе, это тот механизм, который есть у нас у каждого, да, и очень радует, что все больше и больше людей понимают, что в интернете неограниченные возможности, в нем можно и нужно зарабатывать очень приличные деньги. Не просто так люди приходят в интернет, понимая, что на Земле они не могут осуществить какие-то свои цели и желания, то это очень и очень проблематично. Поэтому рассматривают максимально подробно для себя интернет. Другой вопрос, что изначально мы все с вами, да, когда только приходим, мы попадаем в какие-то не очень приятные темы. Ну, так как новичок, у него опыта нет, ему нужно шишки свои набить, что называется, опыт наработать, да, где-то, наверное, купить опыт деньгами, временем, нервами. То есть я думаю, что многие с этим сталкивались и попадали в различные лохотрончики, лоховозочки, как мы их называем, где людям говорят, обещают ману небесную, много-много денег, ничего не делая, собственно, да, только принесите свои деньги, делать вам ничего не нужно. Так вот, наш вебинар будет интересен тем людям, которые уже прошли вот эти вот моменты, и реально не просто по моим словам, да, ориентируются, а уже из собственного опыта понимают, что интернет интернетом, но денежный поток, он с неба не сыпется, его нужно создавать. Но благодаря интернету создавать денежный поток и деньги для себя лично можно очень удобно из дома, в домашних тапочках, да, где-то с чашечкой кофе. И нужно знать, да, где это создавать. Нужно иметь действительно хорошую, проверенную платформу, ту, которую, чтобы она была порядочной, да. Вот об этом мы сегодня разговариваем. То есть наша деятельность, она не зависит, скажем так, от возраста человека, да. То есть она доступна любому человеку. В отличие от того, что даже куда-то пойти в наемный труд, человеку после 45-50 лет уже проблематично на земле, да, как мы называем, на земле в наемный труд. И деятельность в интернете, а особенно, собственно, деятельность наша, да, в корпорации, она для людей любого пола, любого образования и, собственно, вероисповедания даже. Наша корпорация, она создана лидерами MLM-индустрии, интернет-предпринимателями, имеющими многолетний опыт работы в сети. То есть я вам сейчас чуточку, капельку истории, да, то есть ходили люди в интернете, пытались заработать нормальных денег где-то на какие-то свои финансовые цели, такие, которые, знаете, требуют не 100 долларов, не 200 долларов, а поболее, потому что я думаю, что для вас не секрет, что купить недвижимость, например, да, или дать образование серьезное своим детям, это далеко не стоит не 200 долларов. Поэтому пытались зарабатывать, но попадали в различные, опять же, какие-то неприятные ситуации. Либо проекты закрывались, либо
Практика расходилась с теорией, то есть вроде бы в теории все хорошо, когда проходила работа, результата не получено. И люди решили объединиться и создать свою тему, да, чтобы самим, собственно, руководить этим процессом и ни от кого не зависеть. Это наш совет директоров. Совет директоров в числе 10 человек. Это те руководители и организаторы, которые с нами всегда на связи. Это люди, которые и сейчас здесь в конференц-комнате. Это те, кто изначально, да, дал, скажем так, вектор развития нашей корпорации. Потому что изначально это был проект «Созвездие удачи». Обычный социально-экономический проект, которых очень и очень много в интернете. Другой вопрос, что они, ну, не выживают в большинстве своих случаев. Где-то как-то неграмотно они организованы, да, простроены. В нашей теме, в нашей корпорации нет админов и президентов. Есть совет директоров. Я обращаю на это пристальное внимание. Нет одного человека, который, собственно, скажем так, решает, быть или не быть, да, выплатить деньги, не выплатить, вообще как будет жить тема. Корпорация Constellation Luck работает на законных основаниях как юридическое лицо. Корпорация зарегистрирована на Сейшельских островах. Регистрация достаточно несложная, да, и позволяет оплачивать налог раз в год. Почему решили сделать в офшорной зоне регистрацию? Потому что у многих вызывает вопрос, да, вот регистрация на офшорах. Дело в том, что наша компания, наша корпорация, она не имеет прибыли. Вот знаете, как бы так ни парадоксально это звучало, у нас другой формат бизнеса. У нас новый формат бизнеса и компания нового формата. Почему? Да потому что она создана для людей. То есть это как платформа, на которой объединяются люди для финансового благополучия и процветания каждого. И, соответственно, практически все деньги, 99% денежного оборота, он распределяется на доходы, на зарплаты людям, партнерам. Совет директоров – это также наши партнеры, наши корпорации, да, первые партнеры, те, которые зарабатывают таким же образом, как и мы, как обычные партнеры. Зарабатываем мы, продвигая бизнес-кейс. Бизнес-кейсы имеют следующее наполнение. Интернет-магазин ювелирных изделий под ключ. Серебро авторской работы с листовым золотом. Если мы хотим позаниматься товаром, продуктом, значит, мы продвигаем интернет-магазин. У нас у каждого он в доступе, да, то есть мы каждый имеем фактически интернет-магазин под ключ. Но о наполнении его и о доставке мы не заботимся. Мы делаем, скажем, формируем товарооборот в интернет-магазине и получаем дополнительно общей как бы программе выплат, дополнительно получаем процент. Это по желанию. Кто-то хочет этим заниматься, кто-то не хочет. То есть я, например, для себя вот выбрала такой момент, что мне неинтересно продвигать интернет-магазин. А, да, заказываем там украшения для себя со скидками, там, может быть, для близких, но это дело лично каждого. Хотим используем, хотим нет. В нашем бизнес-кейсе есть еще такой момент, как обучение и поддержка партнеров. Квалифицированная помощь и поддержка лидеров. Вебинары и школы интернет-предпринимателя. Я обращаю тоже на этот достаточно серьезный такой момент компонентов бизнес-кейса особое внимание. Почему? Да потому что любая тема, в принципе, сейчас, будь то, я не знаю, традиционный бизнес, там, магазины какие-то на земле, любая тема будет зависеть от людей. Соответственно, когда есть люди, да, когда идет хорошее формирование, скажем, потока, да, людей, значит, и будут финансы. И поэтому, чтобы все происходило замечательным образом, чтобы команды развивались, наполнялись, чтобы партнеры зарабатывали, их нужно обучать, как это делать. Да? То есть для этого у нас есть школы новичков, есть школы лидеров, школы миллионеров. Для этого у нас проходят вот такие вот вебинары и встречи командные в конференц-комнате. То есть у нас постоянно конференц-комната открыта, и только презентационных тем, презентационных моментов у нас 4 в день. А нет у нас праздников и выходных. Работаем динамично и постоянно. Идем каждый к своей цели. И я обращаю внимание именно вот на это. Почему? Да потому что люди, как ни странно, да, почему-то считают, что можно заработать хорошие деньги, не приглашая никуда. Ну, вот где-то кто-то им это насадил, да, и они решили, что так, наверное, можно, да.
псевдоинвестиции наши в интернете, они людям зашорили, собственно, мозги все, что можно зарабатывать деньги на пассиве, не приглашая никуда, хотя они сами же постоянно приглашают, да? Так вот, дорогие наши гости, приглашать вам не нужно. Еще раз повторюсь, вам приглашать не нужно. Приглашает система за вас, которая показывает, рассказывает и говорит. Верхний наставник, да? То есть просто-напросто вы выводите людей для того, чтобы послушать, что же за система, которая за меня приглашает. Я не приглашаю, за меня приглашает система. Люди приходят, делают свои выводы, да, нужно им это или не нужно, и, собственно, подключаются к нам в бизнес, либо не подключаются. Дальше. Комната для медитации, да, также мы занимаемся энергетикой, мы понимаем, что люди у нас общаются много, и подходим к человеку со всех сторон, чтобы человек развивался со всех сторон, да, и как личность, и как интернет-предприниматель. Это очень важно. Компоненты бизнес-кейса – это также наша библиотека. То есть туда наполнялся материал советом директоров, и в сумме посчитали все это в сумме на 10 тысяч долларов. То есть они покупали на эти, за эти деньги вот эти программы, курсы, софты. А библиотека будет наполняться, меняться. Хотите вы используйте это, хотите не используйте. Ваше личное дело. Далее. А вот теперь переходим к самому, наверное, даже интересному. Потому что если мы с вами глубоко копнем вообще вот так вот в себе, да, все, что мы не делаем в нашей жизни, практически всегда идет с тем задатком, что мы это делаем, чтобы заработать деньги. Я не говорю про тех людей, у кого там колоссальное наследство, у кого акции «Газпром», да. Я говорю вообще, чем бы мы ни занимались, да, очень мало людей, которые занимаются чем-то просто так, потому что у них есть там богатые какие-то родственники, да, и вливания. Поэтому вот в нашей корпорации очень денежный момент, да, то есть она высокодоходная, это высокодоходный бизнес, в котором 14 источников дохода. Причем эти источники дохода на полном автомате запускаются, открываются, приносят людям деньги. То есть мы работаем в одном источнике дохода, все остальные запускаются на автомате и там работают автоматы. Программа премиальная «Зодиак», в ней 5 орбит, накопительно-подарочный спутник, в нем 3 направления. А вот теперь давайте разбираться непосредственно, как же мы зарабатываем деньги, продвигая бизнес-кейс. То есть я думаю, что это уже уяснили мы себе, да, что мы продвигаем бизнес-кейсы. Хотят люди используют компоненты бизнес-кейса. Они хотят, они просто-напросто формируют команду и зарабатывают 100% денег. То есть вот этот бизнес, который я вам показываю, это бизнес, в котором вы будете работать на себя. Никакой процентовки, да, когда вы подключаетесь в проект, да, те же самые инвестиции, получаете 10% с тех денег, которые подключаются под вами, с вашей личной, да, с вашего личного участия. Ну, это, наверное, называется наемный труд на самом деле, да. То есть нас наняли администраторы и прочие. Теперь мы будем разговаривать сейчас, да, о том, как нам работать стопроцентно на себя. Потому что вот эти вот программки эконом, элит-бизнес, элит-премиум, элит-вип, не стопроцентная доходность. Есть у нас программы «Бизнес», «Премиум» и «ВИП», программы «Спутник» и «Зодиак». Они имеют именно вот такой вот как бы вид, да, то есть «Спутник» и «Зодиак» у нас бинарного построения, два направления. «Бизнес», «Премиум», «ВИП», «Эконом», или «Бизнес», или «Премиум». Это тройное как бы наполнение, причем одноуровневые программы «Эконом», или «Бизнес», или «Премиум», или «ВИП». И трехуровневые три нар – это «Бизнес», «Премиум» и «ВИП». Вот такие вот источники дохода у нас, да, но изначально, если кажется кому-то, да, что как-то, ну, непонятно, да, маркетинг сложный, мне вот поначалу, да, как бы показалось тогда, что-то как-то вот не совсем понятно. А потом, когда я разобралась, а разобралась быстро, да, потому что у меня было желание разобраться, я поняла, что все настолько просто, просто действительно 14 источников дохода, они друг к дружке прикручены. И получается, что кажется, что их как бы как, маркетинг сложный, да, как некоторые. Сейчас мы с вами разберемся и поймем, что все очень просто. Корпорации высокотехнологичной сети, защищенный сайт. У нас высокофункциональные кабинеты. В них все абсолютно видно. В
У них вся логистика, да, бухгалтерия, статистика и все прочее. Кабинеты действительно классные. Кто уже подключился, они не дадут мне, в общем-то, вас обмануть, да. То есть кабинеты интуитивно понятны, светлые, с крупными кнопками там, где нужно, да, с минимумом текста. Поэтому это говорит о том, что это продуманные кабинеты, продуманные именно людьми-структурщиками, которые занимались командами, структурами и занимаются ими. Сайт одностраничник каждому партнеру. Сейчас готовим новый сайт одностраничник. То есть это, опять же, лендинг-пейдж, который не нужно нашим партнерам самим изобретать, когда они подключаются. Квалифицированная техподдержка на сайте. Далее, момент участия вашего в благотворительности. То есть когда человек заработал денежку, и он понимает, что десятина-то она как бы не просто так придумана, да? То есть это законы природы, и все обеспеченные люди, они все занимаются благотворительностью, да, то есть заработал, помоги там нуждающимся, и у нас тоже точно так же есть возможность уже даже из кабинета поучаствовать в благотворительности. Проводились акции в детском дому, и будут еще проводиться акции для партнеров, поэтому вот момент такой, скажем, доброты, наверное, да, твори добро, он также в корпорации присутствует. Теперь давайте с вами определимся, да, что нам надо делать, чтобы получить результаты. Для начала нам нужно с вами, да, вот мне хотелось бы, например, спросить у моих гостей, да, вот у Олега, у Грязновой, не знаю, как зовут девушку, она так и не написала, у Надежды, у Людмилы, да, спросить, сколько стоит денег ваша цель? Сколько стоит вот ближайшая цель, которая вас будет с утра, которую вы видите перед глазами? Скажу от себя, моя ближайшая цель стоит 40 тысяч долларов. А сколько стоит ваша ближайшая цель? То есть та, которая вам действительно необходима. А будь то там кредит, значит, закрыть, да, 1 000 000 рублей. Угу, благодарю. Какие еще будут ответы? Пишите, не стесняйтесь. Потому что мы действительно здесь будем разбираться, как в наше время, собственно, можно заработать в короткие сроки такие деньги. 7 миллионов, благодарю, Любовь. Угу. 20 тысяч. Угу. Долларов, наверное, я так понимаю, да? Угу. 1300, так, благодарю. 100 долларов. Сергей, ваша цель стоит 100 долларов? А, так, 10 миллионов рублей для начала, благодарю, Ларис. То есть, ну, посмотрите, да, цели у каждого разные. Сергей, 1000 долларов. Угу. Цели у каждого разные. А теперь давайте мы с вами, собственно, ну, когда вот цель такая небольшая, да, 1000 долларов, в принципе, работая в наемном труде и получая там, допустим, 50 тысяч рублей в месяц, ну, вы можете прикинуть, если вы сможете отложить там по 10 тысяч рублей, да, сколько времени вам нужно, чтобы заработать на вот эту цель. Если ваши цели 10, 20, 30, 40, 50 тысяч долларов, значит, вы тоже можете посчитать, сколько лет, десятков вам нужно для того, чтобы вы отложили тех доходов, которые вы имеете сейчас на свою цель. Поэтому, друзья, давайте мы с вами будем осознанно жить и понимать, что зарабатывать нужно в месяц приличные деньги, чтобы было, что я извиняюсь, отложить на цель, да. Поэтому, как бы, да, благодарю, вижу еще ваши ответы. Спасибо, ребят. Надежда, мы сейчас пока не об этом. Пока не об этом. Мы сейчас разбираемся, как нам цели свои, да, осуществить. Поэтому давайте мы вот это с вами сейчас просмотрим, да, на встрече, как мы сможем это сделать просто, доступно. И как смогут сделать ваши люди, да, то есть, чтобы они могли вас повторить. Потому что еще раз хочу сказать, бизнес нужно расценивать, сетевой бизнес, с того момента, что выбирать такой бизнес, в котором и партнеры смогут сделать то, что сделали вы. Поэтому там, где есть момент, что, знаете, положите 1000 долларов на бизнес и позовите там людей, да, друзей, партнеров, чтобы они также 1000 долларов положили на бизнес. Ну, делайте выводы, да, вы смогли сделать, а смогут ли они это сделать. На наш бизнес можно положить 75 долларов. 75 долларов – это та сумма, которую мы оплачиваем один раз и навсегда из собственного кармана. Причем есть команды, которые работают даже в стратегии с одного золотого утроителя, то есть на одном кабинете.
Работаем мы на трех зеркальных кабинетах. У нас три аккаунта. Вот это три аккаунта. В каждом аккаунте идентично срабатывает автоматизация и маркетинг. Имеем мы возможность, сразу оплачиваем три кабинета. Не имеем, значит, в процессе оплачиваем второй и третий. Я вам сейчас покажу вариант, да, вот сейчас, как будто бы вы активировали в своих кабинетах золотой утроитель. По $25 он стоит. И полностью бизнес-кейс в вашем распоряжении. Закрытые наши школы, библиотека, интернет-магазин, да. То есть все полностью в доступе, еще и лидеры-наставники, да. Поэтому давайте разбираться. Значит, я думаю, что все адекватное население, адекватное интернета понимает, без приглашений денег нет. То есть, если вы хотите действительно зарабатывать деньги, нужно вливаться в команду, в которой, опять же, люди приглашают, да. Но приглашение, это еще раз повторюсь, не в полном смысле этого слова. Люди приглашают на систему, система приглашает людей. Максимальную работу делают спикеры. Ваш кандидат рассмотрел предложение, сказал, я тоже хочу, мне тоже нужны деньги еще вчера, и я понимаю, что моя квартирка, которую я хочу купить, если я остаюсь там же, где я остаюсь, для меня будет светить, дай бог, если через 20 лет. То есть я дружу с цифрами, дружу с головой, с математикой, и я посчитал, что мне надо лет 15-20, чтобы накопить на квартирку, да, на даже однушечку где-то там в Подмосковье. Поэтому я как бы понимаю, и я понимаю, что надо идти туда, где действительно можно зарабатывать хорошие деньги в месяц, да, чтобы была возможность. А партнер активирует, и вам $25 идет в накопительный кошелечек. А второй партнер ваш активирует вам $25 в накопительный кошелечек. Ни одного доллара не забрала компания. Посмотрите, все $50, они у вас. Вот эти деньги запускают вам все будущее, весь будущий бизнес. Открывают программу «Бизнес-класс», которая будет запускать сама на автомате все остальные более денежные наши программы. Далее, третий наш партнер позволяет нам реинвестироваться. Если все люди заходят также тремя кабинетами, все это происходит на трех кабинетах. Реинвестировались для того, чтобы наш тройничок уже приносил нам живые деньги на вывод два раза по $25 на кабинет. На трех кабинетах, соответственно, это $150. То есть с двух первых партнеров запускаем наш бизнес, с третьего партнера реинвестировался наш утроитель, $25 ушли верхнему наставнику, и точно так же, как $25 будут к вам приходить от ваших пригласителей, когда они будут делать реинвест. От ваших приглашенных, точнее. Когда они будут делать реинвест. Ребят, давайте-ка я подблокирую, наверное, чат, да? Потому что нужно прослушать сначала информацию. У нас есть школы, есть, в общем-то, методики работы, да, по и соцсетям, и по всему прочему. Давайте разбираться. Нам нужно, чтобы наши гости понимали, что они будут зарабатывать и что им нужно будет делать. То есть три приглашенных – это обязательное условие и три кабинета для того, чтобы вы получали от компании еще и подарки. Это в программе «Спутник». По ней сегодня встреча в 8 часов после конференции. Как вам будут приходить денежки в золотой троицы? Есть два варианта развития событий. Вам деньги приходят либо от шагов ваших личников. Они пригласили трех, они пришли к вам реинвестом, к вам пришли $25. Они прилетели еще и в бизнес-класс к вам в эту программку, да? Второй ваш партнер сделал точно так же. Он пригласил трех человек, он прилетел в бизнес-класс и к вам пришли $25. Если у вас запущена программа «Спутник», то все эти $50 к вам у вас на кошельке будут. Вы выводите, да, 25 пришло, вывели, 25 пришло, вывели. Если спутник не запущен, то вот с этой первой 25-очки $10 спишется на спутник и 15 будут на кошельке. Ваш третий партнер сделал то же самое, как и вы, да? То он к вам тоже открылся, у него бизнес-класс, он к вам прилетел в бизнес-класс. Третьего партнера пришел к вам на реинвест. И для вас это тоже реинвест. Третье место в тройничке – это всегда реинвест. Чтобы опять получать $50 с одного золотого утроителя на вывод.
Есть второй вариант развития событий, да, вот пришли ваши трое партнеров к вам, они еще не сработали, да, еще нет там, допустим, они разбираются в информации, вам нет необходимости ждать деньги. Вы можете пригласить четвертого человека, и его 25 попадет к вам в тройничок на первое место. Вы же реинвестировались, у вас опять он освободился. 25 на вывод тратим, не стесняемся, бизнес наш развивается дальше. Из бизнеса ничего не достали. Пригласили пятого человека, 25 на вывод, тратим, не стесняемся. 100% денег за рекомендацию. Еще раз, услышьте меня, пожалуйста, друзья. 100% денег, скажем, 100% реферальных за личное приглашение. Нет такого нигде в интернете. 100% реферальных денег. То есть приглашаем, получаем денежку. Нисколько не уходит в корпорацию. Давайте теперь посмотрим, да, что значит зарабатывать деньги на цель. То есть я понимаю, что вы можете сказать, ну о чем там 50 долларов, да, пусть даже это несколько раз в день будет происходить. Я, кстати, обращаю на это внимание, также ваше внимание, да, мы можем зарабатывать эти 50, 25, 50 долларов сколько угодно раз в день и выводить сколько угодно раз в день. У нас нет админов, нам не нужно не запрашивать, у нас нет никаких хранителей, да, все на наших счетах сразу перераспределяется. Это, конечно, не деньги на цель. Деньги на цель зарабатываются в других источниках дохода, их 14. Когда мы в экономе пригласили двух людей, у нас открылся бизнес, программа бизнес-класса. Вот эта программа бизнес-класса, которая будет принимать наших лично приглашенных сюда же, их лично приглашенных сюда же. Те люди своих людей пригласят, двух людей пригласили, вылетели в бизнес-класс. Вот так будут заполняться уровни в тренаре. Заполнились уровни на сумму в 50 долларов, запускается программа «Зодиак». Повылетали сюда партнеры, система накопила 250, заполнился элит-бизнес. Открылся, точнее, для вас элит-бизнес. Далее, 615 долларов. Как только сюда прилетает партнер, они выдаются на кошелек на вывод. Элит-бизнес двух первых партнеров запустил сам следующую программку. Нам не нужно никому звонить, нам не нужно никому стучать. Слушай, давай-ка ты сактивируешь программу, мне надо дальше двигаться, да? Я хочу пооткрывать все классы, хочу действительно достойно зарабатывать. У нас все это делают автоматы. При всем при этом мы работаем вот здесь. Мы зарабатываем деньги на цели, точнее на жизнь вот в этой программе, деньги на вывод, на кошелек. Вот в этих программах зарабатывают деньги автоматы. Программа премиум накопила 2500, запустила программу Elite Premium. Далее 7600 будет приходить на кошелечек, на вывод. Как только вот сюда прилетел партнер, 300 там долларов, ну, с хвостиком на вывод. Как только вот сюда прилетит партнер в элит-бизнесе, 250 долларов на вывод. То есть программки запустились один раз, запустила программа другую, да, далее уже выдает деньги на кошелек. Сюда прилетают наши же партнеры, которые выстраиваются вот в этой программе, в экономе. Друг за дружечкой мы переходим по программам. Друг за дружечкой открываются у нас источники дохода уже с колоссальными деньгами. Я думаю, что вы видите здесь 104 тысячи долларов. Как только сюда прилетает партнер, 500 долларов на вывод. Вот сюда на второй уровень прилетает партнер, 1000 долларов на вывод. Посмотрите, программа Elite VIP, она не запускается автоматизированно, она по желанию. Поэтому здесь вот в этой программке вообще накопления на запуск следующий нет. То есть получается следующим образом. Параллельно с работой нашей в экономе, параллельно работают вот эти программы. Автоматы там работают. Работают автоматы. Посмотрите, вид у них у всех одинаковый, маркетинг. Это тренары, бизнес, премиум, VIP, это основные программы. Дополнительно элит-бизнес, да, элит-премиум, элит-VIP, это одноуровневый тройничок. Есть еще у нас дополнительные программки, да, это «Зодиак» и «Спутник». Как раз-таки сейчас, в общем-то, я перейду и покажу вам, да. Но у нас есть также и стратегии зарабатывания денег для людей, которые приходят и говорят, так, мне нужен бизнес-план вашей команды, да, вашей компании. Вот у меня есть столько-то дней, да, мне срочно кровь из носу нужны деньги, и я вообще человек общительный, да, и у меня есть знакомые, они мне доверяют, да. Давайте вместе
посчитаем. Нам не нужно ничего считать, у нас уже все просчитано. Если мы подключаемся тремя кабинетами и в течение трех людей приглашаем также на три аккаунта с активацией эконома, да, в каждом кабинете, тогда у нас происходит следующая история, да, вот по этому просчету. Первые три дня мы пригласили трех людей, следующие три дня наши три человека пригласили, следующие три дня их люди пригласили. Здесь даже расчет без того, что вы лично приглашаете еще 4, 5, 6, потому что это интересно становится. Еще интереснее приглашать 4, 5, 6. Вот когда все приглашают по 3 человечка, на 18 день у вас лично около 6 тысяч долларов выведено денег. У вас лично. При всем при этом у вас запущены программы, и это только, что называется, начало. Это только начало. У вас запущена эконом, у вас будет спутник и зодиак запущен. Они здесь на слайде не отображены, это дополнительные программы. У вас запущен бизнес и перезапущен. Да? То есть у нас во всех программах бесконечность. Они реинвестируются, перезапускаются. Элит-бизнес также запущен и приносит доходы уже. Да? Вот такие доходы в элит-бизнесе. Трех кабинетов. Премиум-класс уже запущен на всех трех кабинетах. И уже элит премиум запущен, да, потому что премиум накопил и запустил элит премиум. А что будет у ваших трех людей? То есть вы, когда приходите в сетевой бизнес, нужно понимать, если будут зарабатывать ваши партнеры, они будут довольны и будет развиваться ваша команда. Все, это закон. Поэтому надо рассматривать темы, где не только, знаете, верхушка зарабатывает, а все зарабатывают деньги. У ваших трех человек будет сумма около 4000 долларов, то есть 1300 умножаем на 3, на 18 день у каждого из трех ваших партнеров. Считайте. У каждого из девятерых, да, их партнеров, то есть у вашей, получается, второй линии, да, у них будет у каждого заработано 750 долларов умножаем на 3, ну где-то 2000 долларов. Да, где там с хвостиком. Это у них будет заработано. И тоже у всех будут открыты программы. И тоже это только начало. Колоссальный маркетинг, высокодоходный, продуманный, удобный, где отсутствует человеческий фактор. Если человек настроен на бизнес, он в любом случае получает вот эти деньги. Понимаете? Без того, что человек принял деньги на свой кошелек, да, и передумал оплачивать или бизнес, например, или бизнес-класс, не передумает. Потому что система ему это оплатит. А далее уже, что полагается, выдаст ему на кошелечек на вывод. И это очень здорово. Я, конечно, просто в восторге от корпорации, от его маркетинга. Чем больше я погружалась и понимала, что это такое, тем больше я понимала, что это Клондайк, друзья. Даже если все заходят одним экономом, да, то есть в одном кабинете активируют, на 18-й день это 1960 долларов. Это, извините, больше 100 тысяч рублей заработанных денег. Хочется просто кричать в рупор. Люди, хватит уже, знаете, скажем так, считать, что все кругом обман. Нет, есть хорошие, достойные темы. Есть, разберитесь в маркетинге. Разберитесь и быстро принимайте решение, потому что думать здесь нечего. Цена вопроса 25 долларов, ни о чем. Ни о чем. Зовите таких же, как и вы, у которых цели есть, у которых кредиты мешают жить, а таких 90%. Если даже не в течение трех дней это выполняется, а в течение недели, разве это сложно, три человека в течение недели, 25 долларов, полностью бизнес-кейс в доступе, вас научат, их научат, как заниматься бизнесом, как развиваться. И это 6 недель, это полтора месяца. Я не знаю, больше 100 тысяч рублей за первые полтора месяца работы, по-моему, это тоже достаточно неплохо. Достаточно неплохо. Если кто-то не выполняет это условие, значит, просто отодвигается время, просто позднее будут другие срабатывать классы. Вот и все. Если кто-то спит, да, кто-то считает, что ему на халяву должны деньги свалиться, свалится кое-что, да, по классам повыталкивают, но потом просто его нижние люди перегонят, да, и они уйдут в более высокие классы без него. Смотрите, вот только бронзовая, только программа «Зодиак» имеет вот такую доходность только на одной орбите.
Это, извините, ни много ни мало миллион долларов. Я понимаю, что кому-то это кажется сказкой, фантастикой. Ну, вы знаете, вы можете, скажем так, тогда сказать, что вообще, собственно, арифметика – это фантастика. Арифметика – это такая наука, которую доказывать не нужно. Все просчитано. Будет так происходить, значит, будут такие деньги. Не будет так происходить, значит, вы найдете тех людей, которые будут так же активно действовать, так же, как и вы. Пусть это даже не первые ваши три человека. Если есть другие варианты, как разбогатеть, расскажите, пожалуйста, не приглашая никуда, куда не нужно звать людей. Да, поделитесь, пожалуйста, со мной. Имея 25 долларов на руках, без необходимости звать кого-то, да, в тему, как можно разбогатеть? У меня много целей и планов, да, на жизнь. Я понимаю, что эти все цели и планы, они нуждаются в денежном подтверждении, да? То есть мне нужна денежная энергия. Поэтому делайте выводы, пожалуйста. Вот эти бронзовые орбитки, они тоже бесконечно крутятся. Бесконечно. 12 раз по 20 долларов. 12 раз на серебряные. Она бронзовая запустит серебряную по 100 долларов. 12 раз по 1000. 12 раз по 10 тысяч и по 100 тысяч долларов. И каждая орбитка, она запускает другую. То есть вообще деньги с бизнес-класса. Один раз только с бизнес-класса. Один раз они идут. Программа «Бизнес» на зодиак. Далее здесь все заложено в маркетинге. Один маркетинг запускает другой и реинвестируется. Вот таким вот образом есть у нас математика также входа на зодиак, потому что в корпорации настолько гибкий маркетинг, что люди могут подключиться с любой темы. Хотите, подключайтесь на 385 долларов. То есть возьмите сразу, сактивируйте, если у вас есть финансовые возможности, сактивируйте сразу несколько классов, да, сактивируйте бизнес за 50, да, вот здесь вот 25, за 250 сактивируйте элит-бизнес, зодиак сактивируйте, и точно так же приглашайте людей. Там вообще колоссальные деньги за короткий срок. Все как бы действуют так, как им хочется, да, вот как они посчитали нужным, по финансовым возможностям, по своим, но подключиться можно с разных тем. Вот эта программка, я скажу только следующее, что здесь и денежка, и подарки. То есть пока вы идете к своим автомобилям, своим iPhone 6, ноутбуку, да, к этим подаркам, по дороге вы собираете неслабые деньги. А подарки – это подарки, у нас они настоящие, у нас не лизинг, не кредиты, не промоушен. Вам не говорят, что, ребята, вот вам 2 месяца, действуйте, либо ничего не получите. Хотя, знаете, если в течение суток пригласить 3 людей, только на спутник, через месяц у вас будет 80 тысяч долларов, это как минимум, потому что запустятся вот эти все программы, тоже, которые доход приносят, и будут вот такие вот подарки. Отдельно в 8 часов, да, после конференции, да, мы сделаем 5 минут перерыв, будет отдельно по спутнику. Подытожим. Легальность компании, коллективное управление, отсутствие админов, мгновенный вывод денег, Perfect Money и AdvoCash. Буквально 2 секунды и деньги на вашем счету. Все уже проверено 150 раз, извините. Уже 150 раз выведены деньги, и мы реально понимаем, что настолько быстро, даже не минута, ребят, а буквально, не знаю, 4 секунды, да, и деньги на Perfect. Они у вас на вашем кошелечке, выводите и тратите. Полная автоматизация, щедрый, простой и легкий маркетинг. Разберитесь, вы поймете, что он действительно прост. Просто их много, источников дохода много, поэтому кажется, что он может быть где-то сложноват, да? Доступный вход, достойный выход. И 25 долларов, и я извиняюсь, 75. И, возможно, 25 плюс 30, потому что сейчас активно активируют спутник люди. Берут экономчик, допустим, один, и сразу спутник активируют. Это все доступный вход в бизнес, колоссально денежный бизнес. 99 денег распределения в структуре. Да, кстати, насчет доступности входа. Почему сейчас люди идут в сети? Да потому что, чтобы открыть бизнес на земле, нужно не 1 миллиончик рублей, нужно где-то годочек подождать, когда он начнет рентабельно приносить действительно плюсы. Нужно иметь очень много различных связей, где-то блат даже не помешает, да. Нужно понимать, что такое рейдерский захват, что такое налоги, что такое различная коррупция, да, и все прочее, и вставление палок в колеса, потому что для кого-то вы будете конкурентом. Поэтому люди, собственно, приходят в сетевой принцип работы и правильно делают. Это уникальный бизнес, которым мы помогаем нашим людям выходить на достойные деньги и тем самым выходим сами.
Это настолько мощный момент, поэтому те, кто разобрался, что такое сетевой маркетинг, те влюбляются в него один раз и навсегда. Один раз и навсегда. Те, кто не разобрался и говорят, это не мое, да вы просто не знаете, как его готовят, да, и с чем его едят. Дальше. 99% распределения в структуре. Антикредитная программа – это накопление, это копилочка, да, которую вы можете активировать в кабинете. Хотите – активируйте, хотите – нет. Все получают одинаково. Одна работа, тройные выплаты. Три зеркальных кабинета. Люди, количество людей одно и то же, но не отзеркаливаются. И доходность у вас в три раза выше. Один заходит, получает несколько партнеров. Перелетает в бизнес-класс. Три партнера получили деньги. Подключается партнер-спутник. Семь человек получили деньги партнеров к себе в бинар. Один заходит, получает несколько, да, вот еще раз проговорю. Одна работа, множественные источники дохода. Работаем в одной программе, во всех остальных работают автоматы. Отлаженные стратегии работ, накопление, роскошные подарки, высокая функциональность кабинетов, высокотехнологичный CCM-сайт, квалифицированное обучение партнеров, квалифицированная помощь и поддержка лидеров, они у нас на связи, они всегда нас поддержат и помогут все 24 фактически часа в сутки. Квалифицированная техподдержка на сайте, интернет-магазин под ключ, библиотека с электронными товарами, сайт одностраничник каждому партнеру. Поэтому хотите избавиться от кредитов? Действительно избавиться. Выбирайте достойные темы, а не лоховодки. Не позволяйте пылесосить себя на деньги. Потому что ребята там действуют, ну, скажем так, очень профессионально, завлекая людей в различные вот такие вот темы, в которых человек положил денежку, дадут ему один раз немножко вывести, загонит он еще больше, все, заморозка аккаунта и до свидания, наши денежки. Принимайте решение, потому что цели-то у нас у всех разные, да? Что нужно сделать? Взять ссылку пригласителя, зарегистрироваться, активироваться либо на один эконом, либо на три эконома, можно спутничек еще прихватить. Для вас это будет прямая выгода. Вы более выгодное положение в бинаре займете. Пригласите три партнера, можно больше и нужно больше. Обучайтесь и действуйте одновременно, снимайте деньги и будьте счастливы. Для тех людей, которые говорят, что не в деньгах счастье, могу, вот знаете, подискутировать прям очень долго в личке, да, не буду сейчас говорить, да, что такое, когда человек переезжает с одной съемной квартиры на другую с семьей, да, со всеми манатками, со всей мебелью, со всем прочим, да. Что такое, когда у человека заболевание, который требует серьезных денег, и он понимает, если их нет, у него умрет близкий человек. А деньги могут помочь его восстановить. Вот для тех людей, да, я вот два слова сказала, захотите еще объяснить, что не в деньгах счастье, давайте поговорим в личке. Поэтому поверьте в себя, не ищите на стороне каких-либо, скажем так, помощи и одобрений, да, потому что люди любят бежать к соседу, который, знаете, дядя Вася, который дворником проработал всю жизнь, да, и сейчас живет на скрипучем диване. Ему хорошо, в принципе, пиво подтягивает около, там, допустим, телевизора. Ему, собственно, ничего больше не нужно в жизни. Они идут у него спрашивать. Ты знаешь, а я пошел в сетевой принцип, я пошел в сети работать. Да ты что, с ума сошел? Тебе сейчас там лапши навешивают и т.д. и т.п. Не ждите вообще никаких, каких-либо одобрений. И вообще, собственно, думайте своей головой, да, не ведитесь на эмоции. Подумайте своей головой, посчитайте. Посчитайте и сделайте выводы. Убирайте стеснения, сомнения, берите руки в свою жизнь, потому что есть у вас родные и близкие, которых, я уверена, вы любите. И, в принципе, все это мы делаем действительно для них, даже не для себя, да, потому что наши дети – это наше продолжение. Если мы делаем для детей, значит, мы делаем для себя, да. То есть вот такая вот интересная зацепочка. Наши близкие, наши люди, они нас мотивируют, да, на то, чтобы мы развивались. Судьба – это не дело случая, а результат выбора. Нет того, что нельзя изменить. Кто-то мне говорит карма, кто-то говорит судьба. Друзья, все это можно развязать, вот эти кармические узелочки. Но при вашем настрое, да, работы на общее благо, не променяй океан на лужи. Таких луж очень много в интернете. Разберитесь, поймите, почему у нас космос, почему у нас название, да, такое космическое. И, собственно, и картинки у нас в кабинетах космические. Да потому что безграничны. Во всем. В развитии, в финансах, да, абсолютно бизнес без потолков.
Чем больше будете думать, да, ждать, тем больше дней потеряете навсегда. А, как правило, да, так происходит, человек говорит, что это там мимо пролетело, да, это полгода пролетело, да. Работа в команде – это топливо, позволяющее обыкновенным людям достигать необыкновенных результатов. Потому что еще Циолковский сказал, когда мы объединяемся энергетикой. И даже 4 человека объединились, и энергетика увеличилась в 343 раза. Поэтому коллектив – это великая сила. И коллектив корпорации Constellation Luck особенно. К нам приходят интересные творческие люди, активные, сильные, целеустремленные. И это очень здорово. Я очень благодарна нашим командам, нашим партнерам, что я работаю рука об руку с такими людьми. На самом деле, очень благодарна. Меня сейчас, вы знаете, вот куда-то на землю, в наемку там, да вы что, боже упаси. А, совершенно неинтересно, не хочется и, собственно, и не нужно, да. А, я закончила. Какие есть у вас вопросы, задавайте. Мы сделаем перерывчик некоторые, и у нас будет встреча по спутнику, по автомобилькам. Задавайте ваши вопросы, ребят, вот те, кто у нас впервые, не стесняйтесь, пишите. Конечно, ваш пригласитель вам в помощь, я открываю чат, пригласитель вам в помощь, и вы можете, конечно же, прояснить какие-то вопросы у него, но, возможно, у вас есть вопросы ко мне лично. Пишите свои вопросы, я открыла чат. Открыла чат. Меня хорошо слышно, ребят? Слышно меня хорошо? Махните что-нибудь. Просто супер. Благодарю. Действительно, супер бизнес. Супер бизнес. Достойный, порядочный, без какого-либо обмана. Люди получают действительно достойные деньги за свою активность, за свою деятельность в этом бизнесе. Есть ли еще какие-то вопросы? У матросов нет вопросов. Я в восторге, все вопросы отпали. Замечательно, я очень рада, Вадим. Подключайтесь к бизнесу. Благодарю вас, благодарю за то, что вы были со мной, а не у телевизора с ток-шоу. Поэтому я очень рада, что есть люди, которые действительно хотят лучшей жизни. И это здорово. Более чем понятно. Угу. Ну хорошо, не буду тогда никого задерживать. У нас 8 часов встреча по спутнику. Остаемся в конференц-комнате, не закрываем и разбираемся, что же такое колоссальный поток переливов в нашей программке и что же такое продуманная, просчитанная дорога к автомобилю и к огромным, опять же, суммам. Потому что спутник – это не просто подарки. Там много чего интересного. Проиграли наши 1-2. Ну вот, футбол, да, я понимаю. Ну вот. Понятненько, видите, у нас здесь уже и новости проскакивают. Хорошо, всем до свидания, всем успехов, крепких команд, отличных результатов. Не выходим с комнатки, да, я сейчас вам поставлю какую-нибудь музыку, поставлю какие-нибудь ролики интересные. Благодарю за внимание.